Приветствую! С вами вновь Якимов Игорь. Продолжаю цикл обучающих видеороликов про счетчики. В этом уроке разберем, как проверить электросчетчик самостоятельно. В прошлом видео я разбирал поверку счетчика. Проверка от поверки отличается тем, что проверку можно сделать самостоятельно, а поверку счетчика делают специальные организации на специализированном оборудовании. Начнем с электромеханического счетчика. Этот счетчик считает электроэнергию тремя способами. Первый способ – это механический циферблат с точностью до сотой доли киловатта. Последнее колесико отображает десятые доли киловатта, а риски на последнем колесике отображают сотые доли киловатта. Второй способ – это мигание светодиода, которое происходит 3200 раз за 1 кВт-час потребленной электроэнергии. Это число еще называют постоянным счетчиком. Третий способ – по количеству щелчков при вращении механического циферблата. Для данного счетчика передаточное число счетчика составляет 200, то есть делается 2 щелчка при передвижении на одну риску последнего колесика циферблата счетчика. А теперь вспомним физику. Потребляемая мощность равна действующее напряжение, умноженное на действующий ток. Потребление электроэнергии равно мощность, которая потребляет электроприбор, на время, в течение которого этот электроприбор был подключен. Обращаю внимание, что в данной формуле потребляемая электроэнергия измеряется в киловатт-часах, соответственно, мощность электроприбора измеряется в киловаттах, а время измеряется в часах. Также вспомним, что 1 киловатт равен 1000 ватт. А теперь для примера возьмем лампочку 100 ватт. За час она будет потреблять 0,1 киловатта, что соответствует 10 рискам на последнем колесике, 20 щелчкам счетчика или 320 миганий светодиода. Считайте тем способом, который вам более нравится. Если процедуру проверки сократить во времени в 10 раз, то есть не 60 минут, а только 6 минут, то за 6 минут горения лампочки колесико провернется только на одну риску, циферблат щелкнет 2 раза и произойдет 32 мигания светодиода. По миганию светодиода можно определить более точно. Можно для увеличения точности подключить более мощную нагрузку, например, электроплитку мощностью 1000 Вт. Но при этом нужно быть уверенным, что потребляемая мощность соответствует заявленной, и в ней не находится регулятор температуры, который включает и выключает плитку. При нагрузке 1000 Вт за 6 минут светодиод мигнет 320 раз. 20 раз щелкнет механизм, и последнее колесико циферблата передвинется на 10 делений. Такой замер показания будет более точным. Если мощность у вас другая, то вычисление делается подобным образом. Формула есть на слайде. Потребленная электроэнергия за время, пока считали вы импульсы, равна количество импульсов, которые вы подсчитали за данное время на постоянную счетчика. Для данного счетчика постоянная является 3200 импульсов за киловатт-час. Электронный же счетчик проверяется аналогичным образом. Только у него циферблат заменен цифровым индикатором с точностью показаний до сотой доли киловатт-часа. Щелчков он не издает, так как нет механики. Светодиод мигает так же, как и в электронно-механическом счетчике. Проверку электронного счетчика делаем так же, как и электронно-механического. Следует отметить, что в некоторых счетчиках циферблат или табло отображает только десятые доли киловатт-часа,
а светодиод может мигать всего 320 раз за киловатт-час. Подсчет ведется по тем же формулам, но для точности определения нужно включать или более мощную нагрузку, или на более долгое время. Теперь разберемся с индукционным счетчиком. Циферблат у него аналогичен, как в электронно-механическом счетчике, только у него вместо мигания светодиода подсчитываются обороты диска. Количество оборотов диска за 1 кВт-час и является постоянной счетчика. Потребление электроэнергии счетчик считает так же, как и электронно-механический счетчик. Правда, мигание светодиода заменено оборотами диска. Проверяется индукционный счетчик по тем же формулам. То есть потребленная электроэнергия определяется как количество оборотов диска за данное время, деленное на постоянную счетчика. Для данного счетчика постоянная является 600 оборотов на 1 кВт-час. Дальше разберем трехфазный счетчик. Это фактически три однофазных счетчика, которые находятся в одном корпусе и имеют один счетный механизм. Для трехфазного счетчика мы должны проверить каждую фазу по отдельности. Между нулем и фазой С, между нулем и фазой Б и между нулем и фазой А. И если во всех трех случаях будут показания нормальные, будем считать, что трехфазный счетчик показывает правильно. Также хочу сказать, что существуют электросчетчики с двумя датчиками тока, которые очень чувствительны к правильному подключению. Для того, чтобы определить, что счетчик с двумя датчиками тока, ищем вот такой вот знак, похожий на гантельку, как в этом счетчике или как в этом счетчике. Как определить, что счетчик работает правильно? При этом на данном счетчике не должен светиться светодиод и фазное не равно и нулевое. А в этом счетчике не должно светиться два светодиода. Это реверс и земля. Если любой из этих светодиодов светится, то значит счетчик подключен неправильно и он будет показывать неправильные показания. Более подробный обзор по данным счетчикам с двумя датчиками тока я запишу отдельно. Также стоит проверить электросчетчики на самоход. Самоход электросчетчика – это тогда, когда счетчик считает электроэнергию, которую вы реально не потребляете. И фактически вы платите за электроэнергию, которую не потребляли. Для этого делаем следующее. Когда надолго уходим из дома, не выключаем входной автомат перед счетчиком, но выключаем все автоматы после счетчика, чтобы счетчик был под напряжением, но через него не шел ток. Запишите показания счетчика куда-нибудь в сотовый телефон или на листочек. Оставьте в таком виде счетчик на длительное время. А когда в следующий раз придете, сравните старые показания с новыми. Если они отличаются, то у счетчика самоход. Не рекомендую такой счетчик чинить и им пользоваться. Лучше его поменять на новый. Так будет дешевле. Иногда у меня спрашивают, достаточно выключить все электроприборы из розетки, чтобы проверить электросчетчик на самоход. Я отвечаю, недостаточно. Во-первых, может быть утечка в электропроводке, который этот счетчик может почувствовать. Во-вторых, вы можете что-то забыть отключить, и вы обвините невиновный счетчик в самоходе и его замените. Я надеюсь, что вы разобрались, как проверить свой счетчик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, и жмите колокольчик. Ставьте лайк и делитесь с друзьями. Жду ваших вопросов в комментариях и, конечно, делитесь своим опытом по теме счетчиков. До встречи в новых роликах!